Всех приветствую. Впереди у нас четвертый алтарь. Еще долго идти. И мои ребята, мои обученные ребята, хотя я не помню, они вроде успели обучиться к концу прошлой части. Что тут делает охотник на ведьм? Видимо, охотится на ведьм, может, одну из наших ведьм он уже успел тут грохнуть. Я знал, что здесь что-то не так. Демоны, а ты никакая не паломница, ты ведьма. Повелитель, наконец-то я устал морочить голову этим глупцам. Вот ваша жертва, выбирайте любого. Еще опять один-то, блин, ну дали бы уж посерьезней. Сторону я один с ним буду разбираться. Стилет! Сначала ударю я. Как я могу помочь? Слушаюсь, владыка. Говори. Говори. Ай, долго. Помогу, хозяин. Стилет! Пока. Слабаки. Вас уничтожат. Спасибо за информацию. Последний алтарь недалеко, нужно закончить начатое. Что такое? Я еще ничего не поставил, но уже с землей. По кругу они их расположили. Ты про что? Я про то, чтобы ты сдвигал свою задницу вниз. Я уже иду. Торг. Мешок с каким-то дерьмом. А, здесь фигня стоит. Кого-то убить? Конечно. Зачем мне отдых? Выполняем. Уже. Да. Ну нет. Да. Достану. Ух ты, ничего себе, 260. Очень хорошая у нее эта функция. Телепортировать существ. По мне лучше уж превратить, а потом телепортировать. Че, бесеныш? Огребеныш? Слабаки. О, я хотел такую книгу купить, но думал, по крайней мере. Динг перехват. Взять, что ли? Пока что этим игнором я практически не пользуюсь, если только срочно там до кого-то добежать, до задней линии. Игнорирую всякие перехваты. Вот это да, хорошо. Ну ладно, наверное, поставлю пока до перехвата, там будет видно. Я уже иду. И я уже иду. Кого здесь мы пустим в жертву? Повелитель, у меня тревожные вести. Над лесом кружили драконы. Не один и не два, а три. Они словно кого-то высматриваются. Это непростое сочетание. Разве этим ты должна была заниматься? Ты выполнила поручение нашего жертвы?
Повторяю, вижу, отвечаю. Хотя, может, не отвечаю, ты не справа. Значит, отдашь свою жизнь. О! Как все просто. Все закончилось теперь. Ты. Это снова ты. Мои планы тебе известны, сосуд. Я выполняю их, и сделка стоит в силе. Или Ламберт умирает. Все силы бездны обрушатся на него, не оставь ни единого шанса. Источай яд сколько хочешь. Правда в том, что твоя кровь что-то надломила во мне. Теперь я умру быстрее, чем должна. Подшитовец вытащит мои слова из твоей памяти, и ты знаешь, что случится. Быстрее, медленнее, все это не имеет значения, если замысел Беттерзена удастся. Другого способа держать твою жизнь я не знаю. Подскажи мне, если не хочешь погубить такого хрупкого и такого живого рыцаря. Покажем. Эльфийские знахарки спам починить словно их силу, пытая прожить. Ну, я так и думал, что мы должны были идти на... Господин Северо-Востока, движется имперский отряд. Не захвати мост и готовится перейти в наступление. Да уж, я тоже так хотел сказать. Скучно не будет. Ого. Там мощный отрядик. Мощный отрядик. Так, надо еще раз сюда заглянуть. Если там еще какие зелья. Навсегда, или я единственное зелье выкупил. Тысяча, две тысячи. Да, ничего тут больше нету. К сожалению. +4 к скорости. С дальности к ходу. Ладно, обойдемся. Так, ну что тогда, тут, наверное... Блин, будет опять стрёмно, если он сам будет нападать. В плане, что на него нельзя будет ничего колдануть. О-о-о-о-о! Случайно? Я случайно, дракоша, вы откуда тут? Убийца! Кровь драконов не может быть пролита безнаказанно, а будет отомщена. Сама судьба обернется против тебя. Я не верю в судьбу, ящер. Пожалуйста, только не надо драки. Да вы чё, блин? Ну ладно, хоть он ослаблен. Чёрт. Ладно, хоть этот чуть-чуть защитки дал. Мазила сраны. Но он же не может, да, превращаться? Или может? Ага, конечно. Ой, как все криво-то. Если вы уверены.
Убрали. Куда этот дракон тут взялся? А вот же он. Как у меня путь сюда пошел? Что-то я так и не понял. Здесь он целый, невредимый стоит. Ну-ка. Давайте-ка его... Это сенат магии! Нахера тогда мне все эти заклинания давали, если... Ничего не работает, блин. Ну-ка, может, пылающую лаву взять. Сова при получении критического удара. Блин, противник округлое расстояние 1 гекс. Это мне... Пока я не подойду, а хотя ладно, все равно. Я бегу. Так. Блин, кажется, не добегаю ни хрена. Блин, в принципе, все равно должен активироваться. Может, выносливость себе взять? Или все-таки лучше увертливость? Чтоб он не критовал жестко. Так, и флаг, скорость. Конечно. Как я могу помочь? Блин, как вы все встали, это неудобно. Хотя, с другой стороны, мне наоборот было выгодно, чтобы он критовал по мне. Чтобы он потом получал урон. И лучше мне не критовать. Чтобы я не получал урон. Ну! На тебе, ха-ха-ха. Твари. Слабаки. Моя мощь растет. Столько разговоров о драконе крови. Позвольте мне добавить ее в мое зелье. Я трудился над ним неделю. Пожалуй, капля свежей крови значительно улучшит его свойства. Ты заинтересовала меня, что для этого нужно. Ничего, дракона уже убить, значит, самое свободное. Конечно, я хочу получить эликсир. Вы что, издеваетесь? Даже, блин, наполовину разбитый дракон зеленый. Просто ужасен и сложен. Я надеюсь, зелье навсегда какое-нибудь будет.
Повелитель, какая честь. Я исполнил все, как обещал. Слово в слово. Вот самое гусь Алексей Стих, что он здесь варить, он ваш. Надеюсь, это стоило того. Блин, да такие эликсиры я за 10 косарей покупал, блин. Так, в принципе, здесь можно воскреситься и идти на нашего рыцаря. Да-да. Так, а выносливость 435. Ой-ой-ой, не то. 65. 30-ничек жизни добавили. Отлично. Такс. Так, к чему я там стремлюсь? К кровотечению, да? Через защиту от стрельбы. Так, возьмем к силе. Так, как урон нужен. Что там со скоростью-то? Сила и сноровки 13. Сноровка 6. Сила 6, 12. Блин, еще один. Блин, надо сюда продвигаться. Весь какой тяжелый нож. Блин, я, наверное, возьму еще силу. И атаку подниму, и заодно скорость наконец-то будет плюс 3. Вот так вот. Хоть урон теперь более-менее 84 уже. Что-то стоящее. Так, ну что, пауза пока. Воскрешаемся и бежим к врагу. Так, я обучился тут Гаргулю, пока шел, обучил Дионикса, и там чуть-чуть оставалось. И я смотрю, тут еще один дракончик появился. Это что, задание устребить всех этих драконов, что ли? Ну давайте, раз на то пошло. Так, на этот раз я себе силик сноровки сделаю. Пусть он критует, ему же хуже будет. Потому что вторым заклинанием я сделаю пылающая лава. Другое дело, конечно, что я не сразу рядом буду. Это, конечно, минус. Ну ладно. Так. А, флаг у меня тот же остался. Всё, идём. Может, опять зелье мне сделают? И он опять наполовину... Не знаю, это было специально разработчиками сделано или нет, или это ошибки программирования. Раз бы, блин, боевая точка возле него оказалась. Жду. Вперед. Такс, разбегаемся. И еще разок. О нет. Лучше бы я не критовал. Кого-то. Давай, горгулька. Ну так и скажи, пукан бомбит. А то с такими замысловатыми фразами.
Ой-ой-ой. Нет, здесь на этот раз что-то другое дали. Нифига тут куча всякой хрени. Продажа, не надо. Да блин, нафиг, дайте лучше. Чисто все на продажу. Так, а сколько у меня этих воскрешалок? Клан лечилок мне надавали, а воскрешалок две только. Так, этот флаг надо поставить, не забыть. Так, ну все, идем. Сова при получении положительных эффектов. Не знаю, с чего. Если честно, как-то не вижу смысла в этом. Может, проще вот отсюда идти. Чик-чик. Ай, ладно. Смертельная грация. Так. Мне уж, наверное, ребята сейчас обучатся. Нет воскрешалок. Давайте я здесь куплю, все равно они дешевенькие. Четыре ловкости. Защита от всякой хрени. Симулят огня. Разум. Разума возьмем на всякий. Блин, когда есть столько денег, хрен найдешь эти пузырьки на постоянку. Когда денег нет, они, блин, везде продаются. Бульк-бульк. Так. Ну что еще? Что еще? Бетрозен избрал меня. Чуть они ровненько так. А еще был дракон, нет? Красный там дракон. Может. Ладно. Идем. Кверху. Еще долго идти. Да нет, уже совсем чуть-чуть осталось. Так, а что у нас пятого-то уровня, кстати, о птичках? Всю манурон, вот. Посланника. Ну, елки-палки. Чего у меня нету, того нету. Че, была еще лаву взять? Еще долго идти. Ну и давайте эту хрень. Хотя тоже это пылающая лава такой двойственная. По крайней мере для Хархуса, но у него увертливость хорошая, по нему редко кто критовать будет. У этого, ну в принципе тоже. По дальневикам, но действует только кто рядом стоит, как-то тоже не особо. То есть тоже такое двоякое заклинание, конечно. Ну ладно, давай, рыцарь. Сэр Нотли, вы поплатитесь за гибель наших товарищей, а твоя отвратительная туша отправится в Фергал, чтобы вороны могли клевать тебе на потеху зевака. Было бы что клевать, заманчиво, но я откажусь, пожалуй. Моя отвратительная туша отправится туда, куда пожелая, переступить через ваши безжизненные тела, топающие в лужах собственной крови.
Да, такая картина мне больше по вкусу. Смерть демону за империю, за все цепь. Блин, один вообще только. Сырнотли. Я думал, тут армия такая будет. Тут каких-то два карапуза. По мне лучше несколько среднеуровневых. С ними попроще. Один супермощный, два каких-то огрызка стоят. А, я его сейчас превращу, и он будет задыхаться в собственной крови. Круто, да? У него же от разума ни хренашеньки нету. Так. Исполняю. Ого, аж 190. Я усмирю тебя. Благо у меня отрубище ваш 50%. Не, у него отрубище 50. Ну, да, сошлись мы. То подождем. Остановись. Остановись-то, бэйби. А теперь ты поплатишься за все. Ай! Промазал. Ой, опасно-то. Блин, сколько у него этих перехватов? Меня это пугает. Че это я так? Сначала два раза, потом он отвечает. Ой-ой-ой. Да. Превосходно. А мы еще полечимся. Да, он только и спасает две усиляющие точки. Косорылая свинья. Да, даже превращение не понадобилось. Ну, наконец-то. Бездна жаждет боя. Получи. Сразу же. Ого, за одного этого 3000. Тут действительно как-то неправильно расчет сделали. Опять же, я уже говорил, что получается за одного персонажа с 40 уровня дает больше опыта, чем там за 3-30. Как-то круто. Слабаки. Столько шума и такая бесславная гибель. Впереди земля Альянса, наконец-то. Сухая листва потрясающе горит. Так, ну давайте последние ветки моих юнитов. Два удара, 120. Да, по жизни, конечно. Слабенько. Зато инициатива хорошая. Жалкие имперские рыцари. Если вы уверены. Что-то не похоже на земли Альянс, тут больше трава какая-то у дома растет. Имперская. Еще долго идти.
не пройдешь! Разорвали просто в клочья. Слабаки. А вот и эльфы появились. Они там сидели, что-то ковыряли в носиках своих. Теперь задергались. Так. Еще долго идти? Да я думаю, тут еще идти и идти. Тут есть что полезное? О, а, это торговец. Я думал, опять обучил какая-то. Да дадите же мне что-нибудь из зелья еще навсегда. Взять, что ли? О, сила сноровка, у меня вроде ловкость. Руки предатель. Давайте куплю, так уж и быть. Да-да, ты Хархус. Еще урончику добавим. Ну, можно подраться. Так, а... Что не помешает атаку, но меткость увеличит инициативу. Нет, ставлю эти. Ставлю это. Ну чё, конник. Подеремся. Они их даже не научили ждать. Промазал, дружище. Так лучше. Ах, он хитрец. Я думал, он к Хархусу побежит. Ну ладно, тогда зарубим. Ох ты, какой хитрющий-то. Добежал-таки.
Слабаки. Так, ну и суккубика. Так, уже по площади, но также 4 гекса, мне это нравится. Урон такой неплохой довольно-таки. Если инкубу, наверное, сделаю в целях балансности урон по одному, потому что у него был в Ренессансе по площади, он там каменил всех и все на ходу. Чё, где враги-то? Какие-то жидкие отряды везде. Вперед. Я бегу. Вот это стоит посетить. Я хочу посмотреть, что там еще. О, кстати, тренировочный. Да. Героя сейчас обучим. Еще долго идти. Ну, замок. Что этих ребят уже не вижу смысла обучать, они уже и так набрали финальный аккорд. Да, могли бы, я не знаю, посильнее тут отряды выставить. Уж все-таки край. Что-то они как-то пожалели это все. Пожалели. Ладно, давайте тогда паузу пока. Сейчас я тут поубиваю немножко. И я уже когда ближе к эльфам будем, я к вам вернусь. И вот мы входим в земли эльфов. Колдун говорит: «Господин, здесь неподалеку есть проклятое место. Мне донести слова испуганных солдат Империи. Они говорят, что к той поляне не подходят звери и птицы, облетают свой верный знак. Наверняка там сокрыта частичка демонической силы». Это интересно. Продолжу. «Из своих книг я подчеркну множество знаний самого разного рода. Так вот, мне удалось определить артефакт, спрятанный в сундуке, закованный в цепи и запертым на 100 замков. Вот это место, будьте осторожны». Я не знаю, что там охраняет его. Может, дракоша какой-нибудь? Следовать старую поляну. Это снова задание или... Нет, это второстепенно. Ты чё посетить ведьму, не понял. После убийства драконов можно было еще раз ведьму, что ли, посетить вторую или нет? Ну, вроде ничего не показано, странно. Так... Сейчас осмотримся. У меня герой максимально для этого уровня обучился. Я посетил штучку, которая дает 3 клеточки, поэтому... Ну, это вообще на это тратить, конечно, плюс 2 к дальности обзора. 2 раза придется эту херь брать, ужас. На что я трачу свои очки навык? Ну, ладно. Все, вот эту возьму. Вот это потом, наверное, вот все-таки вот это возьму, но и там уже буду силу чисто брать. Силу. Теург. Что за слабаки стоят? Не знаю, за Империю было как-то сложнее играть. Здесь пока что... Третья миссия немножко огорчает. Ну, хотя драконы... С драконом было так ничего, весело воевать. Но опять же...
мои друзья обучились. Тише, еще несколько шагов. Это она нам, типа? Я думал, она кому-то там. Да, эльфийка, я подойду, только ты непременно пожалеешь об этом. У тебя есть другой план? Потому что напасть неожиданно вас никак не получится. Ну, выходи, я жду, трусливые дети. Самого нелепого бога, потерпевшего унизительное поражение и потерявшего рассудок. Довольно, тварь! Ой, это все... Фигня, просто фигня. О, ладно, не фигня. Благо, у меня защита от стрелкового удара хорошая. Правда, больно. Ох, какая слабость. Да. А теперь превращение. Ну, половину промазала, половина умерла, даже неинтересно как-то. Мне лучше. Но зато опыта неплохо. Снова лес, ничего не меняется, тоже теплые, но те же стрелы. Разбежи. Когда демон нужна была причина для ненависти, я всех ненавижу, если быть честным, тогда просто одни мне полезны, другие могут быть полезны, а третий всего лишь ссор. Так, идем к заданию. Зачем мне отдых? Дополнительным. Это что, дриады от... Как их там? Ну, герои эльфийские, или они тут уже стояли? Еще долго идти. Как же все долго. Только бы выдержать. Правильно, что я нажал паузу, тут эти две дриады сами напали, тут еще выскочил братова. А, нас держали в заперти, выбегаем. Не знаю, они здесь что-то не боятся, не нападать. Как-то их тоже этим не снабдили. Если в Disciples 2 там все, блин, враг видел, если чувствовал, что он слабее, он наоборот старался не нападать. А этим пофиг, бегут. Почти бегом. Так, на всякий случай что-нибудь на себя наложу. Давайте вот это, что ли. А то вдруг сейчас что-нибудь вылезет, как... нападет. Еще долго идти. Здесь слишком тихо, я слышу, как сердце макается от страха. Не бойся, я сумею защитить. Едва ли, мерзкий демон, ты не получишь их. Грязные артефакты зла будут и дальше покоиться в этом месте. Он будет стоять здесь незримой стражей в атаку. А зачем вам грязные артефакты-то беречь? Они же грязные, отдайте. О, господи, я уже боюсь. Такой сложный отряд. Для чего я копил эту армию, обучал? Чтобы с этим амнищем подраться. Почти бегом. Для меня нет границ. Они еще и мазилы. Дайте суккубу ударить, пожалуйста. Бетразан! Карапузина! Так, нет, вот так. Эго, карнифицина, виво. Слабаки.
Это победа, господин, взгляни, потрясающий образец. Я знаю. Давай, давай, давай. Давай, берем. И это все? Из-за этого амнищи мы дрались, ты у меня лучше. Хотя защита чего там от воздуха? Ах, так, ну совсем чуть-чуть осталось. Еще немножко паузы, я разгребу этот навоз в виде юнитов врага, и мы продолжим. И вот мы уже подбираемся. Вы бы видели, как эти... Это братва. Герои, которые стояли здесь возле моста, двое, короче, ломанулись просто прямо такие вдвоем, аж перегоняя друг друга. Лучник побежал вперед, потом что-то... О, нет, я пропустил кое-что назад, такой, и начал на меня нападать. Потом еще несколько выбежало. Так, ну что тут, темный слуга какой-то. Повелитель севера, движется большая армия Альянса. Да ладно, я уже этих армий тут... Не, насколько я могу судить, это их лучшие силы. Прославленные эльфийские мастера битвы, будьте готовы, они были полны решимости. Были, им еще не доводилось встречать меня. Я выжгу решимость из их сердец. Лес умоется кровью, может среди них найдется хоть один достойный пройти. Я так давно жажду настоящего сражения и такой подарок. Неразоренные дикари, а целая армия. Да, вот прям он мои мысли воспроизводит. Тогда без промедления двигайтесь на север. Но тут больше особо и некуда идти-то. Почти бегом. Пожалуйста, не бегите. Левая братва всякая. Ну давайте, хоть финальный бой-то не посрамите. Ты вернулся, мы знали, что этот день придет. Мы готовились, не разочаруй меня. Чё, стол накрыли? Пироги напекли? Что это за говнище? Это вот эта смертельная армия? Или это так еще? Начало только. Меня зовут Хан. Если вы уверены, правда больно. Я все жду, что Хархус два раза ударит. Как этот демон. Ой, во что вы превратились? Превосходно. Слабаки. У меня уже горгули добучилась. Слабо, не впечатлен. Да может быть. Нет, это, наверное, еще не последний бой. Блин, вот это бы им надо было поближе поставить, чтобы... У меня горгулья херачил на 4 клеточки. Так, еще раз сохраним. Ну же. Где это? Где этот ваш легион, десант? Тебе не пройти, мы скорее умрем. Да я так уже и понял. Топор не спрашивает у дерева. Это все, на что хватил фантазии у разработчиков, да? Такой отряд в конце поставит. Ну несерьезно, ребята, несерьезно. Конечно, зачем мне? Могли бы вместо Грифонта бы Владыку Небес поставить, например. Идиот, ты зачем в... Ой, кусок дебила. Кусок дебила. Зачем он встал с точки? Писец, блин. Ну на тебе, тупой Хархус, блин. Ну как надо быть настолько идиотом, чтобы сходить с точки? Просто тупизм, блин. Я не знаю, такого тупого искусственного интеллекта я еще не видел. Кого-то... Просто дебилизм полнейший. Слышь,
Да, опыта неплохо я получил. Слабаки. Хотя, потому что 28 уровня. Ты, ну как? Ты дерзнул использовать наши же приемы против нас. А что я сделал-то? Я вроде ничего противоестественного не сделал. Нет, они будут сметены с моего пути, как ты и многие до тебя. Вы не придумали ничего нового. Ваши легендарные навыки просто пыль. Открытая книга для меня. Самодовольно уверенный в победе. А, как приятно ставить вас на место. Мой путь пролегает по вашим костям. Ирония. Скорее расплата и рука судьбы. Расплата? Тебе это не касается. А будешь и дальше задавать вопросы, я пересмотрю положение сделки. Короче, бла-бла-бла, опять умрешь в дороге и прочая хрень. И о да, мы прошли этот сложный уровень. Господи, ну... Ну как же я... Не знаю, у меня постоянно двоякие впечатления от этого Disciples 3. С одной стороны, вроде какие-то уровни неплохие, там сложные. Но какие-то, ну просто разочаровывают. Ну как можно финальные бои такие слабые просто делать? Я просто не понимаю. С драконами было и то интереснее воевать с полураненым, чем с этим, блин, фигнёй. Я даже ни одним зельем не воспользовался. Просто разочарование. Лучше бы сказали там захватить столицу эльфов и все, вот это была бы бойня там. А тут я мог бы весь бой, блин, взять с собой одну горгулью, таскать и все. Ну да, мне бы сложно было, допустим, пройти первый мост, где этот рыцарь охранял. Ну а дальше это просто смешно было. Эх, разочаровали, конечно, разочаровали. Уровень ни о чем. Предыдущий даже был, наверное, интереснее. Пусть он там и более скромный, но там хоть бойня с драконом была интересная. А здесь... Ах, ладно. Надеюсь, дальше все-таки будет интересней. Не, помню, там будет место, где нам кое с кем придется сразиться. Сразу не раскрывая карты. Может, кто-то не играл, как бы... Вот, это я, да, помню, там будет такой один из интересных боев, но то, что здесь было, это, конечно, огорчает, огорчает. Ученик-чародей, один заклинание, все использую. Ну, хоть обучился максимально на этом уровне, я имею в виду героя. Даже суккубу по полной мере не раскрыл. Ладно, всем пока.